Всем привет! Сегодня новости по моим миссорам. И буду подключать к этой арене еще одну пробирку. Вот. Посмотрим, что у них сейчас изменилось. Когда я вытаскиваю ихнюю арену, то они все начинают бегать со своими расплодами, куколками. Почему решил поставить еще одну пробирку? Потому что они вытащили весь маг. Скорее всего, им не хватает места. И поэтому они вытащили маг наружу. Буду подключать еще одну сейчас пробирку. Пробирку уже подготовил. Вот он. Наполнил им чистой воды поилку. Видел частенько, как они пьют оттуда. Сейчас посмотрим, что там у них внутри. Появились уже большие рабочие, солдаты. Кормлю их мрамором в неделю по два раза. Ну, сейчас попробую подключить пробирку и покажу, что будет дальше. Все, подключил еще одну пробирку. Вот так. Поставил еще один камушек, чтобы было более удобнее лазить, наверное. Так, поставил поилку. Вот. Вот пока вот такие вот новости. В общем, колония живет и развивается. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка в описании.